Приветики всем. Приехали записываться на курсы. Вот, взяла документы. Сейчас посмотрим, что скажут. Нет, на немецкий. Будешь учить немецкий, арабский? Нет, я иду на немецкий. Ну мало ли, попадешь-то. Ну конечно. Да, у нас вот, курс есть из арабского идти. Не надо в моем видео такое говорить. Я уже больше по-арабски понимаю, чем по-немецки. Вот, так что вот, пришли. Как вы, то расскажу. Как и что. Мы стоим, ждем. Сейчас запишемся, не знаю, может сразу на экзамен отправят, а может быть термин назначат, посмотрим. Так что стоим, ждем. Села в машину, реально очень холодно, я замерзла. На улице минусовая температура, я не знаю, может быть минус 13, может минус 14. Точно не знаю, но холодно, одним словом. Записалась я, записалась, теперь мне назначили термин на экзамен, чтобы проверить мои способности. Как я знаю немецкий, это будет аж в конце марта, этот термин. Он показал огромную-огромную стопку людей, которые сейчас пришли. Так что в конце марта будем сдавать экзамен. И потом ждать еще после экзамена, когда мне скажут, когда мне можно идти учить немецкий. Так что капец, еще долго-долго. Вот так что Саша спросил, могу ли я заниматься, ходить с ним на курсы, но он сказал нет, что передо мной еще куча-куча человек. Вот так что, ну, будем ждать термин. Все, съездили. Теперь едем домой. Буду варить борщ. Вот так что, ладно, всех целую. Всем пока-пока.